Приветствую вас, мои дорогие! От чего вы вскоре получите истинное удовольствие? Давайте смотреть и помните, что вы всегда можете обратиться ко мне на личную консультацию из любой страны мира. Пишите на Viber, WhatsApp или Telegram. Так, мои хорошие, истинное удовольствие вы получите от решения какого-то важного для вас вопроса. Вопрос может касаться работы, карьеры, бизнеса, отношений в том числе, но, скорее всего, работы, карьеры, бизнеса. Если вы в поиске работы, найдете отличное место работы. Если вы занимаетесь бизнесом или своим делом, то здесь улучшение в вашем бизнесе, увеличение дохода благодаря какому-то новому сотрудничеству или какому-то предложению. Предложение от женщины. Женщина черненькая. Вот, и это такое прям хорошее, может быть, новое направление. Или, как я уже сказала, новое сотрудничество, партнерство. Если вы работаете, то для вас это может проиграться как предложение новых обязанностей, например, новой должности. Да. Так, еще что очень важно для вас, это оформление каких-то документов. Тоже может быть лицензия по бизнесу, да, оформление опять-таки на работу, приказ о новых обязанностях или повышении в должности. То есть здесь документы, конечно, тоже имеют большое значение. А еще, девочки, вас ждут подарки и сюрпризы. У кого-то это проиграется от детей, внуков, а у кого-то от мужчины. Мужчина светленький, рыжий или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный. Могут быть волосы темные или даже черные, но обязательно должны быть с красноватым или рыжеватым отливом, коричневатым отливом. Ну, все, что чуть-чуть с желтизной, да, если желтого добавить немножко. Так что ждут вас однозначно шокирующие перемены, которые от вас уже никак не зависят.